Просто Чем показывать? нет, вот это все собирать всех, что-то рассказывать, что-то водить куда-то. Я вообще не хочу это делать. Мне нравится. По факту мне прикольно, но... Раз нравится это все. Нет, вообще прикольно, но по факту заебываешь очень сильно. Всем рассказывать, всем объяснять, и все, там еще кто-то там то сё. Зато можешь как этот, как Big Dam. Там одевать себе всех персов, просто анролы брать. С пугов. А где Голд Фэнгс. сдается мозг этого Молчезара? Я понять не могу. На Озвус, да? входе в Каражан. Да, вы уже сказали, на входе в Каража. Надо тоже сдать будет. Почему, когда я на карте, мини-карте смотрю, там не Оно не показывается? показывает, да, вообще ничего. Да. Вообще это, ну я... Может, просто они... А, это же кастомный, типа, квест, да? Так, окей, что по поводу тут мы идем, все готово. Да, сейчас это главное свайда не сорвите. Если что, Хант напуливает мишку. Я поставлю на него этот, как он называется, квадратик пока что. Только не сразу. Как же Ну что, стрёмно налево, первый раз направо идти. сначала? Налево, вниз и налево. Танк хватает у этих двух, видите, там страж справа, слева, стража. Он хватает по одному стражу и бежит вниз и налево. И там их держит. Мы тоже вниз спускаемся, быстренько заливаем, выстоимся на маунтов и бежим. Сначала бежим на птицу. Там, да, по лестнице будете спускаться, не сагрите справа моба. Он сожрет вас. Нас всех, наверное. Ой, зубы чистые. А, кстати, птица это этот? Акилзон же? Акинзон, да. По факту, А, там дракондор не это то же... падает, сука. Там что, плащ и пояс, да, Жекозона. Да. Да. Если хочешь что-то четкое, то тебе нужно... Подожди. Не, мне вообще в идеале след КД на фул пойти за. Да. Там много чего падает интересного. Ах, но если ты хочешь, типа, ГДК одевать, там, типа, я глянул даже на того же самого танка, Мужика или тут... нет? Или мы просто так стоим и отдыхаем? Да, я тоже уже спрашивал. Как бы время там не резиновое. Да, давайте. А, еще мужика спрашивать надо. Все, бежим вниз. Вниз? Да, вниз. Сейчас. Только не быстрее танка, не быстрее Надо, танка. чтобы, да, танк Танк. меня уже хуярит. Да, давай. Пока не бейте пока этих чумачечек. На зимнишке Ну, их иди вот отвезти. вниз. Еще троих взять и заливать можно. Да, вон. Аккуратненько. Медведь. Я сейчас сдохну. Где? Хиль с этой ударом смерти. Для этого надо еще побить чуть-чуть хотя бы. Лица где одного? Так, садимся на маунтов, поехали сразу. Золото потом соберем. По левой стороне по стеночке бежим. Так. Все, кто может в инвиз уйти, то есть получается наша Мишка. Уходишь в инвиз. Угу. Смотри, Лок. А, у тебя есть БК этот маунт? Не этот. Сейчас скажу тебе какой. Уже мастера дали. И который Стич Кинга. Да, смотри. Вот такой рыжий ветрокрыл есть? Любой маунт, который не входит в Лич Кинг, вот и все. А, ну Ну, да. долгонок вот этот же. Он входит или... Долгонок тоже не входит, он пандарист. Ну вот. Да. Вот это? Ну, вроде да. Смотри, подожди, стой, не беги, не беги. А, у тебя есть этот, как его, зелька невидимости? Нет. Сейчас, смотри, стой, куда выбежал, куда выбежал? Кто там? А, подожди, инвиз дали? Ничего не... Объясните ему. Ну вот, И а, поговорим. вот и здесь, смотрим. Дайте обмен, обмен, смотрим. Сейчас я дам зелья, ты выпиваешь банку зельем, садишься на этого маунта и бежишь к другим ребятам. Посмотришь к ним. Будешь... Выпиваю, сажусь Нет, и нет, бегу. да. И Только сразу сесть маунт бежишь. сначала. Сесть маунт сначала. Да.
выпил, сразу сел на маунт и побежал к ребятам. Подожди, а на маунта на этого, которого, вот, на котором да, я сейчас... Да, 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 да. Сейчас, секунду. Все, отлично. Все, беги туда, работал, в углу. Да, сработало. Отлично. И там в углу ставь сразу шкаф и потихонечку смоним вас всех. Ну вот мы просто ходили, там у нас лог, типа, каждый босс, он, типа, как-то, ну, проебывался, что мы, ну, просто пробегали, типа, сдохли, там я давал диван в кого-нибудь. Как лог, что с логом? Блять, да я ж, сука, первый раз, я хуй его знает, куда бежать. Я не добежал на верхнюю лестницу. Лестницу должны достать. А там лестницу должны. Да, не вставай, не вставай. Ну, не вставай. Ну, у меня камень проебался, если что. Ну, ладно. Да, на камень похуй вообще. Да, главное, что тебя леснули, и ты... Наверное, не получится достать, да? Достань, достань, боюсь. Ты далеко умер. Нет. Ракил, поднимись чуть выше. Да, отсюда. Да, туда. А, подняли? Там, поднимите его там. Ребят, так-то уже 17 минут осталось. Нормально, тут он минус за 10. Он... У нас увергирован тут половину. К тому же он холик есть. Ну-ка. Зачем ты встал на Вархилле, интересно? Так, все, да. Так ставь на шкаф. Сами. Прям в угол только заставь шкаф лучше. И все. Зачем? Так, ладно. А, ну понятно. Так, все, сумонитесь там. Знаю, мы ходили у нас на пул на танка и все побежали. Так, на пул на танка. Ну это, знаешь, там клифу, они все же клифуют сами по себе. Так, отлично, ставлю рыбу. Перед боссом быстренько хаваем ее. Отмену. Так. Ебать, тут лебой, но... Тут надо собрать. Чего? Откуда птицы пролетели? Чё за хуйня? Быстренько давайте. А, всё, тихо-тихо-тихо. Вот этот зальём. Понятно. А почему они снизу бегут, алло? Ну, ещё бегут. Я бы сказал, что это пент. Ну, пента не было. Я на маунте. У меня пента тоже не было. Ни в коем случае пент не может быть, если на маунте. Да вон пент стреляет. А, нет. Ветростоп. Бежать. Давайте заново, а, это уже без толку все. Почему 15 минут тут за глаза? Нормально, мы... Ну, хватит, все. Это... Тутелер, можешь аккуратненько его грипануть на себя, что ли? Аккуратненько только. Мне кажется, остальные согрется. Хотя, я... Конечно, отлично. К боссу близко не подходите только. И вниз сильно не спускайтесь. Все тренки на КД сажаем, заебись. Ладно, ничего. Так. Быстренько рыбу едим. Быстренько рыбу едим. Вокруг босса встаем, только недалеко. Рейндж 10. На пол медведь. Да, у нас МТ пока что медведь будет. Понял. Давай. Так, каски. Бар кликнешь на ХП. Аура, воина света. Ой, блядь, не пропился, нихуя. Да, я тоже. Так, давай сделаем так. Милики. Вон там, видите, место водное от босса. Туда будете уносить стаки. Когда будет сбегаемся, тогда сбегаем. Статический сбой. Еще раз разбегаемся, не понял. Когда каст будет, перед кастом, за 5 секунд до каста, будем сбегаться в босса, именно в босса прям самого. Прям в упор босс не сбегаешь, немножко. Упор босс. Он дамаж не сможет. Не, нормально, там не надо дамаж, там надо выжить. Вот ДПС терять тоже не особо хватит. Ну, знаешь, когда дело идет на выживание, дело идет на ДПС, то как бы лучше уже технически сбой. Блять, все. Слишком много фуда. Добегаемся. Добегаемся быстренько все. Аспект на дух.
Я не смогу аспект надо удать, все под молнией. Так. Аспект на сафрот. Ты можешь поставить? Разбежались, у нас с места. Да, без проблем, в следующий раз. Да. Все, дайте Геру. А, у нас шамана нету, пиздец, отлично. У тебя хант есть. Дай Геру. Да я про не про это самое, я про Геру имел в виду. Я думал, шаман у нас есть. Там сильнее хил, просто архил, это не достаю, когда мортал. А вот где немножко впал, это молнии дали. Буря, бляха, пулю прибал. Бежите, быстренько. Масса крова дали, там масса икон, гимн сейчас дам. Все, разбежались. Проебал, буду. Поэтому мне надо шипнуть. Ну, пятнашка есть. У кого? У Мордаун? Да. Ну да. Я говорил. Я потихонечку буду сейчас бить, потому что Ивана просаживаю очень сильно. Я буду за этим смотреть. Буля, сбегаемся все. Бежали. Быстренько. Савикань себя дали? Дайте баф у Варфлексу, там, децепалиста баф, какой-нибудь, не знаю, там, касочку ему закиньте. Пум-пум, все, до связи. Сел по мане. Хорош. Ну да. А, у меня тучка же еще есть, что тупо-то. Буря, сбегаемся. У тебя масса крат катилась? А, меня, точно. Так, все, разбежались. Так, статический сбой. Так, забегаемся. Берегитесь. Давайте быстренько добить его надо. Все, разбегаемся. Все. Дайте мне пару секунд, не убирайте, пока не прыгайте. Я быстренько все скину, все. Да, сука. Какая-то там плащика вышла. Надоели эти кастерские плащи уже. Все. Везде. Все, прыгаем все. Давайте. А зачем всем если сумон будет лишний раз строиться? Нормально. Убивание хорош. Мы же, получается, что сейчас делаем? Ты умираем и встаем. Да, так всех. Сколько там у меня урона получается? 14. 14, нормально. Я гадал, 15 будет. Не прогадал. Встаем, в смысле? Ну, в смысле, встаем, заходим в рейд. Он уже снизу, что-то горюешь. Да.
отлично, отлично, отлично. Так, все, спокойствие, спокойствие. Сейчас мы повеселимся. Мастерский плащ. Ух. Вперед, стражники. Начнем резню. Так, давайте обходим его аккуратненько. На рысь или куда? На этого, на мишку. Лок, что там у тебя по... А, тебе же еще... Сейчас я дам еще две бутылки на эту. У него кадан... А, нет. А где? А, бляха, дурачок. Понятно. Оставьте меня одного. Дайте кто-нибудь пока Локу эту банку инвиза. Посмотрим, сколько там КД на банку. Камень души. Кого вешать? Ни на кого? На себя пока повешай. Да я не, наверное, не буду тратить. Посмотрим. Если добежим, нормально. Так, у нас паладин. А, паладин есть, все отлично. Так. Не мешкайте. Кого вы боитесь больше? Их, стражники. Я не помню, там вроде можно поднять массресом с этого, с уступчика, уратника. Бля, еще знать, куда бы там забегать. По лестнице. На самый верх по лестнице и направо. Или налево, разницы нет. А так, что, банк? Лучше налево. А, подожди, обмен тебе дам, погоди. Интересно, за что меня убили? За все хорошее. Да тебе зачем? А, тебе тоже что ли надо? О, ну, не я один умер. Надо накрафтить этих зелий. Да у меня есть на чем крафтить, просто поганка нужна вонючая. Смотри, сейчас... стой, стой. Вот видишь Ворохейла? Кому говоришь, мне? Да, да, Лок, смотри, вот иди сюда с Ворохейлом. Тут, кстати. Оба. Вместе пьете банку, и ты бежишь за паладином. Он тебя приведет. Давай. Раз, давай. Два. Да, все. Пересадись, выбежали. Все. Отлично. Так. Все, стоим здесь, ждем. Все, успеваешь там? Отлично. Все, ставь там прям в углу, прям в угол, прям втыкай этот свой шкаф. Отлично. Будет окей, 15 минут еще есть. Так, тогда как сделаем? Тогда на мишку, мишку потанчит мишка, а вард потанчит тролля, форму тролля. Нихера себе здесь тактиков, да? Да, тут еще надо будет этих... О, блядь, я с ума отклонил. Место прикольное. Так, еще ханта, ДК и ШПшку. Кто медведям стан дает, чтобы они не призывали? М? Кто медведям стан давать будет, чтобы они не призывали? Медведь. А, ну вот, видишь, Орлуфлик даст. Так, рыбу едимся. Сопроты так. Когда пить? На последнем? На третьем? Да, лучше... Вообще сапроты напьется на птице, на драконе и на... Ну, насчет рыси я не знаю, там, в принципе, не сильно надо. Зачем тут хант есть, он берсу с ним, чего бы нет. Там вообще сапроты нужны. Давайте, давайте, хватайте, идите, да, танки. Люблю, давай вставаем за... Ну да, как бы. Давай, Артем, быстрее, 14 минут. Ты что, тело покинул? Реса. Тебя три раза резнуло. Не знаю, мне было так покинуть тело. Ладно, бывает. Чем мы тебя присумонили? Давай, похавай быстренько. Давай, тем что-нибудь. Так, все, давай тогда. Погнали. Сначала так, заливаем целителей. Какого? Покажите сразу, кому стан первым, да. Так, давай сделаем так, завоеватель. Это кто? Так, давай вот этому сначала в череп, потом в крест. Тотемы, тотемы. Тотемы, сбивать там внизу потом.
тотем сбейте в миле, там амонийский идол стоит. Так, кого бьёт сначала? Следитель, да? А, перевесь этот бедилку. Давай World Flex сдашь на этого, на череп дай. Отлично. На ком бдилка? Это вар дашь бдилку по, наверное, по вот флексу. Отлично. Так, все, забегаем сюда, все кому там. Все, танки ставьте босса. Да, либо ману хоть хавать. Ладно, если что, этот гим, если что, гим сдам. Сейчас бы шаману нужна мана. У нас нет шамана. Сайс прохил дать. Отлично. Мишку танчит Мишка, да? Все отлично. Хан, если что, форму медведя танчит медведь. Ой. Скидывай джагу на ману, а? Будь добр. Дай сумму. Thank you.
Вардай в дилку по вордфлексу. Чем? Там еще плюс 30%. Вордай стоит. Дает. Нормально, чтобы было. Просто. У меня что-то показывает, что вордфлекс, блин, чуть ли не первый был по гру. Если качканул бы. Я по клавишам не сильно стучу. Не, нормально, блядь. Ну, слышно. Ну, нормально, так пьянишь. Да я могу звуки против сейчас. Мне кажется, ли он как-то салом криво дает. Он же должен в смену форму кидать сал, а не когда он в форме. Посередине формы свою считаю. А кто-то людей сало кидал раньше. Ну, 13 тысяч под анхоликом есть. Для бычки пойдет. Не люблю, что ты себя не хилишь? Про что? Тебя каждый раз после таких крови смотришь, что ты себя вообще не хилишь. А-а-а. Ну да. Я танка хилю, потому что попал занимается тем, что щитки раскидывал. Не понимаю, что ты там хилишь? Ты масс хил, хиль тех, кто просил. Что ж, раз, куда? Сейчас 5 секунд, сейчас мы идем на Джиновая. Друзья, на Джиновая? Да, мы на Троллибой, понимаем. Блин, это троллет. Он тебе нужен, кстати? Да. А ему он нужен, ему он, мне кажется, сильно даже нужен. У него 264-й. А это что? Все, умирает. Да-да-да. Три сакета, если все в хосту вбить. Да. Ну что, зачем мы прибежим к Джиновая? Ну, короче, бежим к этому, к рысе бежим. К рысе. На рысь бежим? Да, на рысь. Там сейчас... Так обошлите Джиновая, убьем потом. Нет, нахер, мы на плюс идем. Я не хочу на Джиновая прыгать, потому что это боль. Проходили мы такое. Первое дитё. Во-вторых... Присты вроде есть, почему боль? Ну, как бы знаем. Нет, дело не в том, что присты есть. Дело в том, что тут нужно другой сетап подбирать. Здесь надо вообще не то. Нет, не тот босс, которого быстро... У нас просто через 20 минут уже РТ начнется. Не тот босс, которого хотелось быстренько забить. Минутку, ребят. Кто-то пришел, сейчас пойду. Ладно. Так, кто-то умеет бегать через этих рысей? В NVIDIA? Да, вот. WorldFlex, тогда это... Поведешь паладина и поведешь Лока за собой. Не надо бежать через рей. А, ну тупо к двери. Так там зачем? Там просто в упор бежать. Думаешь, упор просто бежать? Ну, просто в дверь бежим, я потом релогнусь, посумонимся. Ну все, ладно. Так, у Лока есть эта фигня. Лок, смотри. Лок, смотри. Пьешь, и вот так просто по прямой, вот отсюда. Сейчас, подожди, я вылезу так. Вот отсюда по прямой. Бежишь вот туда, в ту арку, и потом прямо до мага бежишь. Также выпиваешь зельку инвиза и просто прямо. Да. Ты меня разорил, походу, найти, блин. Ты можешь по одной штуке, это тут при чем? Я тебе так ПС-ки давал, блин. По КД. Даже это дисплей. В гнев ты кидал мне ПС-ки. Сука. Кидарасы. Кек. Вот за это, себя, блин, 250 голды, блин. Ух. Исти мне, человек. У кого там? Так, все. Внутри, все. А, то есть все, да? Ты уже внутри. Отлично. Ресни. Сейчас где ресни? Все, лок. Ты прям в угол, в угол двери упираешься и ставишь шкаф, как обычно. Два секса. Че там? Спулили кого-то? А, нет. Все. О, я на... Против часа, за мной там, против часовой стрелки побежим и сделаем большой ран.
Так, не люблю призы. Стой, не сагли ему трэш. Тут будет очень весело. Так, что у нас там? Больно бьет кто? А, тут тоже на второй танк. Бляха. Или... Вайда хватит одного нам. Два надо. Два. Танк, сорян, спек всем. Так, наконец-то можно кондёр распылить. Так, мы всех суманули? Нет, не всех. Реймонд не суманулся, я не любящий ты. Дайте Реймонда суману. По правой? Нормально, царя, ребят. Да-да-да. По правой. Блять, здесь, оказывается, можно просто без кнопки пиздеть. Да. Ну, вообще, ну, это... да. Смотрели кому? Стоп. Нет, так это что, десятка? Десятка? Да вроде все могут. Десятки все могут. Так, все, всех просумоняли, я так понимаю. Отлично, все, бежим вправо и аккуратненько, прям стенку облизываем потихонечку. Блин, кончить хочу. Значит, можно кончать? Можешь кончать. Это прям как моя это... ладно, промолчу. Звучит, конечно, очень оптимистично. Так, пока хаваем, сейчас я быстренько раскидаю, что там да как. Халази, рыська. Иступление, текущий удар. Между тремя целями? Что? Да там просто же все, воид боссу, протовар заберет рысь. Рысь, да? Ну все, все хорошо. Только хант должен напулить в него будет. Но сперва в босса, а потом напулить в рысь. Ладно. Тогда получается, воид бьет босса, ну, сам тролля, вар бьет рысь. Тогда рысь тогда. Да, СС дайте по вару. Мне кажется, там вара залетит пиздец. По вару? Или подожди, по кому? Кому пи-2 больше залетит? Вару или этому? Другим? Никому, если они оба под лица, из-под лица никто не уйдет, из них никто не умрет. А-а-а. По вару больше залетит. Там будут тотемы просто. Если кто-то из вару, ну, из танков двинется влево-вправо от босса, от лица, то умрут. Давайте лучше вара, мне кажется. Ты вара, потому что рысь раскол брони стакает. 5 стаков. На клюв физически бьет. Да, давайте. Я при этом раскол сниму, так что ничего страшного. Да. Все. Так, сейчас. Все, все поели. А, да. Камешки. По отсчету пол или как всегда? Давайте по отсчету сейчас все сдам. Так, готовность. Быстренько. Ту-ту-ту-ту-ту. Реймонд, сайз. Обратный отсчет. Все, погнали. Рыть целка будет? Да. Скорее всего, да. Сегодня, да. Сегодня целка 25 и резко. Все, давай, войд пуль. Так. У меня почему-то по ДБМу не показывается рысь, когда выходит. 6 секунд. Угу. На пол дал. Ну, рысь, на пол рысь. Так. Таман, забейте, я скажу, он ТТ молний. Из миников, кто там рядом. Вот, ДК будет заниматься этим. Почтите. Я лично разбью. Так, он. Я думаю, по голове сильнее. Так. А зачем рысь бить вообще? Рысь надо, рысь. Ну, так, с нее агро я снимаю, блядь, ну, хуя. Она бесполезной становится. После если рысь не убьем, босс не тот самый, не получит урон. Тут, типа, в чем фишка? Это как на этих, на валькирах-близнецах. Здесь можно самое просто. Босса спустить и все, то же самое получится. Может быть. Я не пробовал. Как говорится, зачем изобретать велосипед, если есть уже отработанные схемы? Ну, говорить так, больше летит, рейс. Потому что... Понял. Только бы рейс быстрее заливаться, потому что хп меньше, у него 83 уровень. Да. Так,
Так, вы сыграете? Вы смогу. Следующий рысь на поле не смогу, когда на полувар. Слышь? Эм, тотем с видео. Блять, ну кто Горгу вызвал? Блять, сори. Не надо здесь. По одному закинуть. Масуху дайте, блин, масуху залейте быстренько там. Первый раз тоже, блядь, вызывал, но все было нормально. Кто в таргет, так, ладно, похуй, в таргет доиграем. Потом масуху выйдем. Тотем, избей. Все, заливаем трэш. И так больше не делай. Да не, прикол в том, что я первый раз тоже вызвал, типа на пуле. Нет, нет, смотри, тут лучше аккуратненько. Ну, видимо, знаешь, просто она полетела. Сейчас, да, вот она полетела прям туда куда-то. Так что думал, лучше на таких боссах не вызывать, где места мало. Он, когда заканчивается, улетает, но при этом у него остается моделька и так далее. Она просто тем, что улетела туда, согрет. В прошлый раз, значит, в другую сторону полетела. Так. Че, на четвертого идем, нет? Нет, нет, у нас уже РТ начнется. Бой, мы и так собирали на трех боссов. Кольцо. Так, сейчас, давай кольцо. Да, можно было. Так, сейчас, смотрите, тогда делаем так. Вот это у нас роллом идет. Так, ты. Так, да. Плащик.